На открытии юбилейного сезона Лиги КВН «Провинция» выступила команда «Копы» из села Анцирь. Это самые молодые участники, однако ребята уже успели прославить местную лигу своими победами. Собака Мачо. Рекс лежать! Умница! Рекс сидеть! Умница! Рекс ко мне! А может быть ко мне? Далее на сцену вышла команда «Здорово» из Каннского технологического колледжа. 20 октября ребята отправятся защищать честь нашего города в региональной лиге КВН. Кстати, летом охранником устроился. Сказали прийти с дубинкой. Ефим, ты мне нужен. Да вы надоели. То дубинка, то палка, то сухостой. Вы уже определитесь. И на секундочку, я тоже личность. И у меня есть свое мнение. Что там говоришь? Да вы надоели! Также свой номер представили и педагоги из Филимонова в составе команды «U-Children». Они являются полуфиналистами Центральной лиги КВН творческого объединения «Александр Масляков и компания». Зафиналили праздничный концерт приглашенные гости, чемпионы высшей лиги, команда КВН, дети лейтенанта Шмидта. Виталий Гасая! Чем дольше тянешь, тем громче хлопают. Громкие аплодисменты и смех из зала сопровождали все их выступление. Радостные лица зрителей – главная задача как для выступающих, так и для организаторов. Уже долгое время они совместно достигают этой цели. Вот это конфета! Отгадка! Это не отгадка, это отгада, и не сам я! Углекислый газ нашей команды! Почему? Почему углекислый газ? Да потому что все время выделяешься! В жизни, как вам, да, прям со школы. Я в школе на Камчатке сидел. Я тоже на Камчатке сидел, только уже после школы. У нас открытие юбилейного праздничного сезона Лиги КВН «Провинция». 10 лет мы уже радуем нашего зрителя, 10 лет мы приводим на сцену самых смешных, самых веселых и находчивых. Ровно столько же зрители посещают концерты местной Лиги КВН. Мы решили узнать, почему. У Лиги «Провинция» всегда очень яркие мероприятия. Потому что смех продляет жизнь, а мы хотим жить вечно. И пусть вечно будет КВН, вечно будет юмор. Для этого Лига КВН «Провинция» активно развивается. Достаточно сказать, что на сегодняшний день Лига КВН «Провинция» имеет статус зональной Лиги КВН. Их всего 3 на территории Красноярского края. Мы нашли в число лиг, которые относятся к творческому объединению «Александр Масляков и компания». По мнению и зрителей, и организаторов, открытие юбилейного сезона прошло успешно. А участники команды «Дети лейтенанта Шмидта» оставили свои пожелания всем зрителям. Все, кто пришли, кто потенциальные наши зрители, здоровья вам, мирного неба над головой, храни вас. Финансового благополучия. Да, и пожалуйста, давайте к следующему приезду площадь, окрестности, здание типографии сгоревшее, чтобы восстановить все, и чтобы мы открыли это все дело торжественно, с хорошим юмором и хорошими шутками. Ну, в общем, давайте. Все, счастливо, все, пошли. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.